Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, и я срочно хочу с вами поделиться этим способом вязания перчаток на двух спицах, вы представляете? Я его не знала, честно говорю. Нашла на интернете у одной вязальщицы, у нее там около 1000 или совсем мало-мало подписчиков, я даже не знаю, с какой она страны, но факт тот, что уловила я суть. И быстро спешу поделиться с вами. Ну, то есть, как это связано. Я, допустим, ну, я такого не знала. Вот кто знал, девчонки, вот посмотрите видео, напишите мне, кто этот способ знал. Вот, как вязать перчатки на двух спицах. В круговую, смотрите, нет шва. Нет, это в круговую. Вот. Так что, что хочу сказать. Спицы у меня 3 миллиметра. Пряжа, вот смотрите, остатки, это 500 метров 100 граммов, это 600 метров 100 граммов, это пушистенькая, ну, в общем, вяжу в два сложения. Единственная рекомендация, девчонки, перчатки не вяжите толстыми нитками, вяжите тоненькими, потому что это все-таки перчатка. Толстые нитки для варежки еще подойдут, а для перчатки, на мой взгляд, не очень. Еще меряем руку вот здесь вот, в самом широком месте. И высчитываем по плотности вязания, сколько нам нужно петель. В моем случае это 40 петель. То есть не по резинке считаем, а вот именно по лицевой глади. Вяжем образец и высчитываем, сколько петель нам нужно. Классика жанра. Я здесь делаю узел. Теперь вяжу резинкой 1 на 1. Вот эта часть, к сожалению, вот видите, я здесь хочу сделать на бусинках застежки, а вы же можете ее потом просто сшить, то есть это не обязательно делать застежки. Эта часть у нас не в круговую, там где резинка, резинку и вяжем таким вот образом резиночку. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, девчонки, смотрите, вот я провязала резинку, теперь смотрим внимательно. Теперь все количество петель мы делим ровно пополам и вяжем половину этого числа, ну, то есть половину всего количества лицевыми петлями. Вот считаем даже кромочную. 20. Вот у меня это 20 петель. 20 у меня остается здесь. Теперь я забыла сказать, что нам нужна еще одна спица. Не обязательно. Она один раз вот чуть-чуть у нас поучаствует, потом она нам будет не нужна. Теперь вот это все наше вязание разделяем. Как бы складываем пополам вот эти две спицы, берем третью и теперь действуем таким вот образом. Первую петлю с дальней спицы снимаем, потому что она у нас провязана. Теперь петлю с передней спицы мы провязываем лицевой, они у нас не провязанные. Далее петлю с дальней спицы снимаем, нить перед петлей, петлю с передней спицы провязываем. То есть все петли, которые мы вот провязали по половину ряда на этой первой дальней спице, мы не провязываем, мы просто их переснимаем, но чередуем. Одна петля оттуда, одна петля оттуда. Вот. Это по сути получается двойная резинка, да, классическая двойная резинка. Не путаемся, девчонки, очень аккуратно в начале, чтобы все у нас было четко. Через одну петлю. Таким образом мы довязали этот ряд до конца, при этом распределив петли вот таким вот образом через одну петлю. Одна петля провязана, одна просто снята. Так, доходим до конца. Последнюю петлю. Здесь у нас уже кромочных как бы не будет. Мы ее провязываем лицевой.
Вот видите, у нас получилось сложенное полотно. Здесь оно на спице как бы одеты все петли. Теперь далее смотрим. Первую петлю снимаем, но это не всегда. Это в том случае, если она в конце провязана. Далее эту петлю мы снимаем не провязанной. Далее вяжем. Если вот смотрите, я все пыталась как бы промыслить, как вам объяснить так, чтобы вам было понятно. Вот вы видите, что эта петля относится к полотну, которое лицом к вам, да? Значит, ее мы провязываем. Всегда провязываем петли, которые сюда к нам повернуты, вернее, которые относятся к этому полотну, к этой части полотна. Вот эта петля, вот смотрите, видно, что она из вот этого заднего полотна. Значит, мы ее снимаем не провязанной, и нить перед петлей провязываем, эту с заднего полотна снимаем, потому что может по-разному, в зависимости от количества петель, может по-разному закончиться ряд. Может закончиться ряд тем, что вы эту петлю будете снимать. Вот дальше увидите, это у нас будет на пальчиках, когда будем вывязывать. Это все мы сейчас пройдем. Поэтому ориентируйтесь как бы именно на вот это вот, как бы откуда идет петля, с переднего или с заднего полотна. Видите, оно видно, девчонки. Видите, петля у нас из этого полотна, значит, мы ее провязываем. А эта петля, она идет оттуда, иззаду, значит, ее снимаем. Довязываем до конца ряда. Здесь тоже смотрим, если последняя петля у нас на очереди провязана, значит, ее мы в начале ряда снимаем. Если она у нас снята, то мы ее провязываем в начале ряда. Вот таким вот образом мы продолжаем вязать это полотно все время. Вот так вот петлю отсюда провязываем, петлю заднего полотна снимаем, продолжаем. Так, девчонки, сейчас вот мы вяжем. Я хочу отметить, что вот это у меня, это много я связала, потому что нам по сути нужно вот до вот этого места, а я провязала больше в той перчатке, поэтому уже провязала много в этой. То есть нам нужно просто продвинуться, вот, если считать, что резинка у нас на руке вот здесь вот, то сейчас нам нужно было провязать вот эту вот часть, вот столько до вот этого разъема на большой палец. Ну, у меня больше, поэтому учитывайте, что у меня больше. Теперь все количество петель мы делим на 5, так как пальчиков у нас 5. Еще следим, чтобы был левый и правый, вот как бы положение шва. Вот он, видите, вот и вот. Теперь у меня большой пальчик будет здесь, поэтому и я и начинаю делать отсюда. Теперь еще раз, все количество петель делим на 5. У меня их 40, поэтому делю на 5, получается 8. То есть на каждый палец у меня должно приходиться по 8 петель из вот этого количества петель. Теперь понятное дело, что большой палец у нас намного больше, чем мизинчик, поэтому из последних 8 петель мы которые у нас приходятся на мизинец, мы забираем 2 петли и переносим их сюда, в эти 8 петель, которые у нас будут на большой палец. То есть большой палец мы вяжем из 10 петель. Соответственно, на мизинец в конце у нас остается не 8, а 6 петель. То есть 2 петли перекочевали сюда. Каким образом мы вяжем палец? Так, считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, вяжем только вот эти 10 петель. Поворачиваемся и вяжем эти 10 петель. Это и будет наш большой палец. Вот он. Прекрасно. Вот таким вот образом продолжаем. Эту часть мы оставили на спице и не трогаем ее, а вяжем только вот эти вот 10 петель. Вяжем вот как бы до конца пальца, вот сколько нам нужно, чтобы
Так, девчонки, смотрим, да, меряем наш пальчик, чтобы нам хватало, да, от этого как бы начала его и до конца. Теперь, что я делаю? Я обрезаю нить, вот такая у меня пластмассовая игла, и снимаю эти все петли. Очень аккуратно разделяем их, как бы, вот они, видите, так разделяются. И теперь я их одеваю аккуратненько, нежненько по кругу. Они разделились как бы на два таких слоя на эту ниточку. Так. Здесь нужно не спеша, потихонечку. Вот, главное не пропустить ни одну петельку. Теперь вот эту вот иглу мы продеваем на изнаночную сторону, выворачиваем пальчик, здесь делаем несколько узелков, стягиваем все петли. О, господи, я большую, конечно, нитку отрезала, надо поменьше, надо поэкономнее. Что-то я растерялась. Делаем несколько узелков, чтобы покрепче оно было. И нитку обрезаем. Так, один пальчик у нас готов, смотрите. Вот видите, как оно здесь просто у меня ворсинками это все склеилось. Вот. Так, есть один у нас есть. Теперь далее у нас идет ровное, да, вязание до пальчиков. Теперь мы присоединяем нить. Вот так вот буквально я ее прикладываю. И достаю одну дополнительную петлю. Вот отсюда, видите? Таким вот образом. Я ее достаю и дальше вяжу до конца ряда. А вот эту нить я продену на изнаночную сторону. Закреплять мы ее будем потом уже, когда вывяжем все пальчики, все доделаем. Хотя можно и не потом. То есть сейчас мы продолжаем тем же способом вязать. Плюс вот эта одна дополнительная петля, которая все время у нас будет фигурировать потом. То есть мы ее помним, потом мы ее будем задействовать. Провязали мы до пальчиков вот эту часть ровненько, да. Теперь будем делить наше количество петель на пальчики и вывязывать каждый отдельно. Вот здесь вот хочу сказать то, о чем я говорила. Здесь у нас последняя петля переснятая, поэтому мы ее провязываем первую петлю. Вспоминаем, что у нас каждый пальчик 8 петель и одна дополнительная петля, которую мы здесь вытащили, вот она. То есть мы вяжем 9 петель плюс вот эта петля. 1, 2. И теперь мы вяжем наш пальчик до нужной нам высоты. Снова оставляем оставшиеся петли и вяжем 1. Здесь, видите, я сняла последнюю петлю, а здесь я ее провязала. То есть как лежат петли, девчонки, смотрите. Здесь я провязала, значит, в начале ряда я петлю снимаю и продолжаю вывязывать. Так, связали мы пальчик, вот он. Теперь поступаем таким же образом: обрезаю нитку, продеваю в иглу и переснимаю все спицы на иглу, все петли на иглу. Для начала я снимаю, аккуратненько разъединяю как бы на две половинки. И вот так вот по кругу одеваю их. Очень аккуратно, девчонки. Так, одела. Теперь снова продеваю на изнаночную сторону. И там завязываю. Делаю пару узелочков. Так.
Еще один пальчик у нас готов. Следующий палец. Снова следующие 8 петель у нас вступают в работу для следующего пальца. Но еще мы добавим одну девятую петлю. Точно так же отсюда мы достаем одну петлю, как мы делали вот здесь вот, и еще провязываем 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот они. Раз, два, три. Ой, подождите. Раз, два, три, 7. Это 8 с этой петлей, а нам-то нужно всего 8 без этой петли дополнительной. То есть одна петля плюс 8 петель с основного вязания. И вяжем наш пальчик на нужную высоту эти 9 петель. Здесь у нас первая петля будет провязываться. Вот она, видите. Вот здесь вот у нас она получается не затянутая, но это не страшно. Потом мы этой ниточкой будем фиксировать дырку между пальцами. Поэтому не боимся, не пугаемся. Это все у нас потом обработается. Вяжем мы этот палец. Точно так же заканчиваем на нужной высоте. И следующий палец у нас из 9 петель. То есть мы снова достанем одну дополнительную и 8 петель провяжем с основного вязания. Так, ну вот, видите, у меня уже 4 пальчика связано. Вот эти висящие нитки, потом с ними разберемся. И остался последний, на который у меня осталось 6 петель. Как мы говорили, 2 петли перебежала сюда. Но мы еще добавляем, не забываем, вот эту одну дополнительную. Последний пальчик у меня будет вывязан из 7 петель. Вот, теперь я вяжу мизинчик, заканчиваю последний, точно так же, как и все остальные, до нужной высоты. Мизинчик довязываю точно так же, как и все остальные, вяжу эти 7 петель до нужной высоты и заканчиваю, стягиваю все петельки. Так, мои хорошие, довязала я уже, к счастью, до конца. Теперь мне осталось вот только заделать эти дырочки. Для этого мы вот эту нить, которую мы оставляли, продеваем на изнаночную сторону, хорошенько затягиваем. Видите, все равно здесь вот образовывается такая вот небольшая дырочка. Одеваем эту нить, продеваем ниточку в иглу, и здесь вот эту дырку просто пару стежков мы ее ликвидируем. Все. И так вот между всеми пальчиками, где у нас эта дырочка, где висит эта нитка, мы таким образом обрабатываем все места между пальчиками. Вот видите, вот так вот мы зашиваем это. И вот так вот таким образом я обрабатываю все вот эти вот места. Все, видите, я уже обработала все эти промежутки между пальчиками. И остался мне вот этот, эта часть, которую я обвязываю крючком. Можно вот здесь вот сшить, девчонки, будет обычная перчатка без никаких, без ничего, без застежки. Это я так хочу, потому что я хочу, вяжу, вернее, сейчас вам покажу. Вот, вяжу манишку и вяжу шапочку такую с бус, с остатками бусин моих. Я не могу без них. Вот, вернее, я могу, но мне хочется их как бы использовать. Вот, поэтому вяжу, обвязываю столбиком без накида, плюс сделаю дырочки и пришью большие бусины в качестве пуговичек. Так, эту сторону я вяжу ровно в каждую кромочную, просто провязывая столбик без накида. Единственное, что этот способ, девчонки, не получится связать какой-то узор, так как, ну, практически невозможно, по моему мнению. Дошла вот до этого, как бы, до перехода на эту сторону. Теперь здесь я буду делать дырочки. Вот, делаю столбик, провязываю 2 воздушные петли,
одну кромочную пропускаю, следующую провязываю столбик, и еще один, снова 2 воздушные петли, пропускаю, провязываю 2, и последний. Здесь я из угла, вывязываю 3 столбика для того, чтобы повернуть, и далее до конца провяжу, как бы из каждой петли провязываю столбик без накида. Вот. Ну и все, девчонки, что я говорила, что единственное неудобство, что здесь вы не вывяжете какой-то узор, но можно оформить вышивкой, можно оформить бусинами, а можно вообще ничего не делать. А за счет как бы красивых можно взять какую-то разноцветную пряжу, и за счет ниток оно будет и так красиво. Так, довязываю до конца, вернее до начала, там где я начинала, и здесь пару таких соединительных полустолбиков и завершаю. Все, осталось мне только пришить бусины в качестве пуговиц, и все. Вот такие вот у нас варежки. Сейчас еще пришью бусины, покажу вам. Девчонки, что еще хочу сказать, я бы не рисковала, наверное, вязать на детские размеры. Взрослые, женские, мужские, я думаю, подойдут, детские нет. Это большой риск, ну, то есть петель будет совсем мало, и как по мне уже будет не так аккуратно и не так красиво. Вот, сейчас я пришью пуговички и вам покажу. Итак, мои хорошие, вот мои перчатки, вот эта часть, которую я вам говорила, что она связана большая. Сейчас я одену на руку и вам покажу, то есть эту часть вяжите поменьше. Вот видите, какие перчаточки. То есть если бы резиночка была здесь, вообще было бы супер. Вот так вот я сделала застежку на 3 бусинах. Но я же еще раз говорю, что я делаю под шапку. Вот. Все, девчонки. Я думаю, все было понятно. Вяжите. Я довольна. Мне нравится. Очень быстро, кстати, вот за вечер я связала вторую. Вчера я попробовала вот эту первую, и сегодня я за вечер связала вторую, да еще и сняла видео. Вот, на этом все, девчонки, я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока, ставим лайки, подписываемся на канал, буду как истинный блогер вам это говорить. Все, пока, мои хорошие.